Все спят. Sorry, полная скидал. Тишина, пожалуйста. Ни звука Sorry, не сдаем. Полная тишина. Так, начинаем с Арины. Арина, проснись. Арина, засыпай. Полная тишина, пожалуйста. Эвелон. Засыпай. Ира. Полная тишина. Засыпай. Мага, может, ты не будешь смеяться? Так. Илья. Илья Exile. Засыпай. Каравай. Засыпай. Мага. Засыпай. Инсайдер. Засыпай. Дима Ликс. Сейчас, секундочку. С Магой что-то не в порядке. Он ушел из комнаты, пока его нет. Дима Ликс, проснись. Засыпай. Так, Паша. Можно в трубку не дудеть? Засыпай. Наташа. Засыпай. Эдгар. Засыпай. Так, все спят. Все спят. Мне нужно, чтобы Мага вернулся. Сейчас Мага вернется. Чтобы все были на местах. А куда он ушел? Я надеюсь, с ним все в порядке. Надеюсь, нет. Жестко. Д, двоеточие. Д, двоеточие. Арин, чё так жестко? Может, пока проснёмся, и я сейчас засну. Может, проснёмся пока что, пока его нет? Я засну сейчас просто. Мы можем пока пообщаться, пока его нет. Давай, я открываю глаза. Раз. Нам нужно познакомиться с мафией. Да. Чё нам знакомиться? Ладно. А, вот чё мы все магу ждём. Спалили. Давайте быстрее, хочу жёстко. Эх, чепесить. Это не относилось, инсайдер, совершенно к этому. Да я знаю, это шутка была. Ты же озвучила, что нужно, чтобы все были на месте. Он что, он веб-камеру выключил или что? Нет, у него пустой стул. Можно тоже, я засну сейчас. Да ладно, ну откройте пока все глаза. Давайте все тогда пока откроем. А вот я пришел, конечно же. Он ждал, 100% смотрел с края комнаты. Ну-ка. Он знает сейчас. Наушники сейчас надень. Здорово, как дела? Где был? Вообще все хорошо у тебя? Мага, ну что такое, все в порядке? Сядь, пожалуйста, мы из-за тебя не могли так закончить. Закройте все глаза. Такой наглый. Заснули, полная тишина. И проснется мафия. Мафия проснулась, познакомилась, помахала рукой и заснула. Заснула. Утро. Все просыпаются. Мне очень не понравилось выкрикивание Димы Ликса ночью. Мне кажется, что он мафия 100%. Потому что это единственное, за что ты можешь зацепиться, поскольку я кристально-красный игрок и чистый. Кристально-красный. Илюх, я тебя поддержу, наверное. А что за карта-то, Дима, взялся сразу? А что за карта-то взялся, Дим? Эвелон, мы тебя не слышим. Чтобы не отставать от твоего навыка. Короче, нельзя про ночь говорить. Да, он оговорился, когда сказали «мафия говорит», он сказал «зачем нам знакомиться?» Типа, да, оговорился, конечно. Это очень жестко. Ладно, я предлагаю по очереди, Где мы? Арина, начнем. Можно я скажу? Можно я первый скажу? Нет, тебе нельзя. Нет, Ликс, все, ты уже испарился. Первая Мария. Где мы находимся, Дин? А вы давайте в цирке были, давайте парк аттракционов, будете на карусельках кататься. А давайте мы на танцах. Я не умею танцевать. Давай ты один на танцах. Вы все в парке аттракционов, аж прот на танцах. Арина, пожалуйста. Я всего лишь хотел потанцевать. А что, потанцевать нельзя? Так чё, где мы, я не поняла. На танцах. Парк аттракционов. На аттракционах. Вот еще один танцор. Видели? Слышали, еще один танцор. Все, тихо, давайте, начинаем. У нас время мало. Ну я. Чё, кто мафия? Давайте мафия вскроется, и мы закончим игру. В парке аттракционов. Я думаю, что Ира мафия и Дима Ликс, не знаю, они больше всех говорят и пытаются вот на других стрелки перекидывать. Поэтому вот так вот. Я мирная, всем спасибо. Спасибо, Арина. Эвелон. Я верю. Короче, мы... Короче, мне сразу не понравилась речь Арины.
Я думаю, что Дима красный игрок. Арина очень плохо открыла стол. Я сразу бы ее выставил на голосование. Давайте с первого прям голосования сделаем. Я выставляю Арину. Давайте. Я думаю, троечка с восьмерочкой будут со мной согласны. И Ваня, я думаю, как умный игрок, он понимает, что Арину можно сразу же кикнуть. Все, я пропускаю свой ход. Спасибо. Спасибо, Вилон. Ира. Полностью поддерживаю слова двойки. Считаю, что Арина очень херово стол открыла. Так, что там? Еще и тем более подумала, что я с восьмеркой. Рикс, ты видишь, тройка что говорит? Ну, типа, а мы с восьмеркой. Видно, что мафия. А давайте не будем перебивать. Да, давайте, житель. Потому что восьмерка тоже мирный житель. Я ему верю, я играю с восьмерочкой, играю. И с Ариной точно не играю, а Арину голосую против Арины. Все, спасибо. Спасибо. Илья. В общем, такая ситуация сейчас у нас возникла. Типа, как-то раз... Я даже не знаю, что привести в пример тому, как-то что... раз. Осуждаю, на всякий случай. Ну, типа, что я могу сказать по столу? А можно дотку убрать? А мне кажется, Генсуха можно Илья. Скикнуть сразу. Это тоже. Свет. Вот и все, в принципе. Передаю слово Каравану. Спасибо. Первый уходит. Спасибо. Каравай. И четвертый следом. Почему, Дим? Мне четвертый понравился в плане эмоционала. А по игре? Ну, по игре не очень. Херово сказал, но мне понравилось, как он сказал хоть что-то. Мне сейчас вообще не понравилось. Мне не понравилось твой мув, то, что Диман... Ой, сразу Иксайла начал гасить. Ну, более черный здесь игрок. В смысле, не, он ничего не говорил. Первый ну, игрок давай, здесь... мафия, ясно, окей. В смысле, какой мафия? Первый мафия. Игрок, ты вообще... Ты слышал, что мафия первый игрок сказал? Он открыл стол вообще, ну, просто очень плохо. Я согласен. Диман, осуждаю, если чё, на всякий случай. Не знаю, кому ты показал. Ну, в общем, я согласен, полностью солидарен с двоечкой. Короче, я буду играть с двоечкой в тиме. Ты со мной будешь? Рикс, а ты не видишь, как тебя все подсасывают? Ты это не замечаешь? Диман красный, 100%. Ты все это записываешь? Ладно, я пока... Ладно, я буду Диману присматривать. Спасибо, Каравай. Мага. Мага, микрофон. Я прошу всех перестать троллить, играть на полном серьезе, на самом деле. На серьезе играем. Я верю, короче, двоечке, что он красный игрок, и верю Ликсу. Ну, по теории вероятности, мне же не могла опять мафия выпасть. Мне на самом деле очень сильно не понравилась встреча Каравая и Ксайва, потому что Ксайва просто промолчал, что выдает его за мафию. Нет. И Вадим просто, просто пососался Ксайва. Мага, о, Вадим, ты с ними играешь. Как я все вижу. Ну, короче, я пришел в парк, но я чего-то там, короче, погулять. Все, Мага, как пришел, такой идешь. Да, все понятно, это две мафии. Спасибо. Спасибо, Мага. Между 1-6 мафия. А, ну, смотрите, я вот... Мага что-то как-то начал смеяться, посыпался, да? Не совсем уверен, что он красный игрок. А, единичка тоже что-то начинает вбрасывать там в Ликс, я не совсем это понял. Нет, единичка в Ликс, да, да! Ты сразу... Алло! Переобулась! Она за мирных никогда не перебивала. За мирных она никогда не перебивала. Мафия, стопудняк. Так что... А Дима Ликс... В него единичка вкинула, он говорит, один мафия. Пятерка в него вкинула, говорит, пять мафия. Что-то... Я сейчас скажу, Дима, я тоже, ты мне что-то не нравишься. Тогда мы 1-7-5 будем мафии для тебя? Ну, то есть, типа, не понимаю. А можно вопрос задать Ликсу? Ликс, у тебя активная роль? Да, конечно, я же не говорю. Можно Ване быть говорить? Закрой рот, Мага, спасибо большое. Да, не перебивайте, пожалуйста. Короче, это... вот что думаю. Ну, это странно, что в ответке сразу Дима Ликс кидает. Ну, я, конечно, пока его не буду черным игроком делать, но серый, как минимум серый. А вот Арина, конечно, что-то агрессивно прям в этой партии играет. Все мои мысли. С двойкой, с пятеркой играю, спасибо. Спасибо, Ваня. Дима Ликс, слово тебе. Ну, для меня 1-5-7 это мафия больше, потому что очень странно играют. Они вкидывают в меня сразу. Вперед! Нет, на самом деле я хочу подружиться с семерочкой. В этом, наконец-то, может быть, в третьей игре или второй, какая у нас по счету. Я хочу подружиться с семерочкой. Он продолжает. Давай пожмем руку, так сказать. Соединим карты наши. А он сам играет. С тобой не хочу дружить, Ваня. Скрестим, так дружить. Сказать. Скрестим с шпаги. Это не я сказал, заметь. Димас, я уверен, ты красная карта. Я красная карта, но я не уверен. Вадя, ты очень хорошо сейчас стал отыгрывать за мафию. Дим, я порофлила сразу, что ты типа мафия. Единичка, ты стол открыла классно, но закроешь его быстро. Четверочка. Ты мне неприятен на данном столе. Вот. Понятно. Илюха, Мага, не смейся. Я заросла, я плохо играю, мы два мирных, что ты делаешь? Я к тому, что Илюха-то очень странно подцепился к моему слову. И меня сейчас вторую игру просто сольем.
Я хочу сейчас не играть с единичкой, и я буду, наверное, выставлять ее. Дим! Потому что, ну, действительно, она странна для меня. Ты зарофлю! Девятка еще, десятка, одиннадцать, ничего не сказали. Ничего не сказали. Сухи, что вы молчите, блядь, вы заебали молчать. Давайте дадим им сказать. Давай дадим. Спасибо, ладно, спасибо, уговорил. Дима, спасибо, Паша. Спасибо. Это первая игра, в которой Наташа и Арина не топят друг друга. Это вызывает очень большое подозрение. Это раз. А второй момент. Эдгар до вот секунды назад не сказал ни единого слова, по-моему, вообще. Он очень напряженно сидит, внимательно смотрит. Я думаю, что он думает, кого проверить. Возможно, он и комиссар. Но у меня есть также подозрение и на Exile. Очень странно говорил мага, но не может же быть, что у нас столько мафии. Поэтому я даже не знаю. Ну и, конечно, Ликс очень агрессивно дефается. Ну, я, наверное, про него буду. Ну, я просто агрессор по жизни. Не-не, Ликс красный. Спасибо, Паша. Надо, надо первого гонять, первого гонять. Спасибо, Паша. Наташа. Я не знаю, я запуталась. Спасибо, Наташа. Подождите, что скажешь про ариньян, Наташа? Подождите. Ну, смотрите, вот как начался стол, четверка и семерка сразу вцепились в Ликса. Это очень подозрительно, как по мне. Ликс, я думаю, ты согласен со мной, потому что, ну, мне кажется, четверка и семерка, ну, очень странно играть. Плюс... мне кажется, очень подозрительная. Ну, Арина не подозрительная. Девятка тоже не подозрительная. Один а не я? Подозрительный. Ну, мне кажется, я доктор. В смысле, я доктор. Вот. И один... Вот, и 11 получается. Зачем ты сейчас скрыл? Ликс, а почему я тебя так интересую, я не понимаю. Что я тебе сделала? Я сказала, что я зарофлила. Зачем ты меня топишь? Арина, перебирай, пожалуйста, Наташу. Надеюсь, меня не слышал. Вот. Перебивает. Мне кажется, да. Мне кажется, хватит друг друга перебивать, потому что вообще, мне кажется, никакого уважения к столу вообще никакого. Эвелон, что ты поддакиваешь? Ты постоянно перебиваешь всех. И Иришку, и Иксайла, и Кабана, Каравая. Всех перебиваешь. О! Ты что, охуела Шушваль моего Вадика обзывать? Все нормально, все нормально, все нормально. Честно. Пиздюшка. Все, забери у нее ход нахуй, все, блядь. Она зверина. Курилась. Опять посмотрите, ты меня перебил! Выкидываешь десятку! Я буду точно, Вадик, я буду точно против инсайдера и Exile. Ну, они очень подозрительные. Хорошо. Спасибо, Наташа, спасибо. Эдгар? Ну что ж, я понаблюдал за всем этим. Ничего не изменилось, все как всегда. Верхние этажи опять какую-то мутят воду. Но за исключением того, что восьмой игрок наконец в игре. И что если в этот раз он реально активный? И он с кем-то заодно. И теперь его не убили только поэтому. А ведь могли сразу убить ради рофов. Это было бы смешно. Ночи еще первый. Не было ночи еще. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Все, давайте. Воспринимайте меня как отлетевшего этого. Все. Давайте Эдгара первого тогда. Эдгара. Подождите. Все. Эдгара первого. Есть моментик. Одумайтесь. Все, выставляем просто Эдгара. Что, вы готовы, если вы готовы единогласно проголосовать? Да. Да. Так, у нас не было первой ночи. Мы что, в первую ночь уже вешаем? Да. Мы идем спать. Мы идем спать. Не, мы сейчас вешаем, потом идем спать. Шпрот спалился. Шпрот повесить первую ночь в этот. Да, давайте. Не, зачем? Зачем первую ночь вешать? Что за бред? Первую ночь не будем. Давайте спать. Давайте не будем. Давайте спать. Тогда что, давайте спать. Поболтали, познакомились, засыпайте. Я спать хочу. Не могу уже спать. Все спят, полная тишина, полная тишина. Просыпается мафия. Мафия размышляет. Очень хочу увидеть какие-то пальцы. Итак, мафия делает свой выбор и засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар выполняет свою проверку и засыпает. Очередь доктора. Кого вылечим-то? Доктор лечит и засыпает. Утро, все просыпаются. Все, да не все.
А кто хомячит? К сожалению... Я реально, кто там шебуршит постоянно? Наташа... Это не я еще! Внимание, Наташа Гинцуха не проснулась. Я говорю, это один! Это Арина! Нет, нет, это не Арина. Это Арина 100%! Ну что, потому что я вскрылась ошибки. А почему Наташа себя не лечила-то, я не понял. Наташа, молчи. Я лечила лично. Она не доктор. Нормальный доктор себя в первую ночь лечит. Она не доктор. Все, Наташа мертва. А есть доктор на столе? Я хочу, чтобы я вы доктор. Выиграли, потому что там... Я похилил сам себя сейчас. Мы что, с последней она выкинула. Не, не, ну это глупо признаваться, не веришь? Каравай. А смысл я сейчас? Зачем тебе? Зачем так я специально... Первый ход? Первый ход? Да смотрите, чего? Смотрите. Вадя мафия, скорее всего. Вадя мафия, скорее всего. Не-не, я специально сделал спец. Смотри на ногу, как он завелся. Посмотри, как завелся. Посмотри, как завелся. Посмотри, как завелся. Я тоже завелся, если честно. А давайте, чтобы не расстегивать сейчас по очереди. Давай, нет, я не доктор. Давай, хорошая идея, Дин. Дима просто сказал. Это второго. Эвелон, с тебя. Короче, мне не понравился вброс Вади, но я все же считаю, что это Арина. Арина убила Наташу. Это было бы глупо, понимаешь? Глупо. Лик. Нет, это не Арина. Арина мирно жить. Короче, я выставлю Вадю послушать. Послушать. Мне кажется, это был странный мув про доктора. Просто так сказал. Че странный, ты че? Не, короче, я поиграл бы в этой игре с семерочкой, с восьмерочкой. Димас со мной не играет, это очень странно. Ну да ладно, в принципе. Мне кажется, еще троечка 100% красный игрок. У меня под подозрением 1 и 5. Два мафи, понятно. И ты выставляешь пятерку кровать. Пятерочку хочу послушать. Спасибо. Ира. Так, с восьмеркой точно играю. Восьмерка точно красный. Так, Вань что-то молчит, ничего не говорит. Видимо, стол анализирует, раскидывает хуйсху. Вот. А потом. Мага. Ну, мага красный. Вот Арина, я не знаю. Арин, честно скажи мне, ты мафия? Нет, я комиссар. Арина комиссар, да. Кого проверил? Кого проверил? Я проверил. Дай мне один ход, Лик, дай мне один ход. Я почему с тобой играю? Я знаю, что ты мирный, я тебя проверил. Меня проверил, да. Ты не мирный? Не, я мирный игрок. Вадя, что ты показываешь? Я комиссар. Я комиссар. Кикай Марину. Я проверил в этом году Вадю. Я выкинул. Я чекал Вадю. Все, выкидываем пятерку. Ира, заканчивай. Кого ты проверил? Я не знаю. Я проверил пятерку. Выкидываем пятерку в первом ходу. И Арина сейчас 100% сделала глупый мув. Выкидываем ее. Игорь, пожалуйста, дай Ире сказать, пожалуйста. Ты мирный. И Гинзар, естественно, тоже Арина, мирная. Потому что я не знаю, я не верю ей. Я единственная первая, кто вскрылась комиссаром. Я знала, что вы меня будете топить. Ну, зачем? Слушайте, а может Наташа была комиссаром, и ее слили? Я был комиссаром. Откуда они знают? Кто знает? Не, Вадя, ты же говорил, что это вброс бутер. Ребят, ты пожалуйста, говоришь, по очереди. Ира выставила Каравай Арину, идем дальше. Да, Илья. Арина. Илья, мага. Каравай, ой, каравай. Только давайте, правда, по очереди. Что, могу говорить? Да, давай, Илья. Типа, на самом деле, много хочу еще сказать по столу. Но в первую очередь хотелось бы открыть игру. Всем привет. Надеюсь, игра сегодня у нас пройдет адекватно максимально. Вот. Попрошу вас никого не перебивать. Пожалуйста. Хорошо, тебя не будем перебивать. Все. Ты знаешь, тебя никто. Все, не передаю слово Караваю. Спасибо. Я надеюсь, я классно открыл стол, и вы заценили мой эмоционал. Типа. Я, кстати, комиссар тоже. Типа, шутка. И все. Зачем ты это сказал? Ты оставишь как есть, это говорить. Все, я не хочу играть. Илюха. Короче, все, мне слово. Смотрите, я, короче, привел Дима. Дима, ты красный игрок, я знаю тебя. Брат, просмотрись ко второму. Меня сейчас, скорее всего, убивают. Я тебе говорю, меня сейчас, скорее всего, кикнут. Просто присмотрись ко второму. Все, я пас. Его поддерживает шестой, мага. Его сразу поддерживает шестой. На самом деле, это супер легкая игра, потому что Каравай вначале говорит, что он комиссар, потом говорит Диме, что это брос. Он сначала сказал, что он доктор. Я сказал, я медик. Он сказал, доктор, потом комиссар. Слышишь, да, черт, ты комиссар. Ребят, по очереди, сейчас мага. Теперь Каравай пытается пососаться, перебить меня, пососаться просто к Дмитрию Ликсу и переубедить как. На самом деле, ты уже давно спалился, ты просто чпошник. Буду выставлять... Смотри, как он говорит. Так, мага против Каравая. Каравай, напомни, ты оставлял все как есть, правильно? Я кикаю Вадима. А че не меня? Ты против Вавилона? Как ты мне кикаешь? А, ну я против Вавилона, да. Да, все, я поняла. Спасибо, инсайдер. Ну, знаете, с пятеркой не буду играть, потому что я комиссар, я проверил двойку, он красный игрок. Комиссар топит двойку, почему-то это мне непонятно совсем. Мы же нормально играть, что вы делаете? Я первая вскрылась комиссаром. А я не первый.
Нормально играем. Арина и Каравай — это две мафии. О чем речь? О чем речь? Да. Выкидываем. Смотрите, она перебивает, топит за него. Так что не знаю, не знаю. Вот. Выстави меня, пожалуйста. Ваня, ты же комиссар. Чё? Ты же комиссар, Ваня. Да, батя же говорил, второй скрывался тоже комиссаром. Значит, он тоже мафия? В смысле? Так это мейн-геймс. Это мейн-геймс. А, так можно? У нас три комиссара за кого? Против кого? Можешь меня выставить, пожалуйста? Короче, смотрите, я проверил двойку, он красный. Экзайл хочет поговорить. Ну, дадим ему позволить тебе выставлять четверку. Спасибо. Дима, давай. У нас очень много комиссаров, и не один комиссар. Точнее, все вскрылись такие, знаете, свободно уверенные, что доктор жив. Но на самом деле доктор реально жив, потому что Кинцука вряд ли бы была доктором, потому что, ну, первый доктор должен себя лечить. Я комиссар. Самое забавное, что если доктор будет лечить меня, комиссар я проверил двойку, это правда. Двойка — красный игрок. Семерка, надеюсь, это был неудачный вброс. И сейчас я буду играть против пятерки, потому что пятерка вообще не похожа там на себя. А потом единичкой займемся. Вот и все. Mm-hmm. То есть ты против Каравая, он уже поднят. Да, mm-hmm. да, mm-hmm. против Каравая. Спасибо, Дим, спасибо. Паша? У меня есть вопросы к тройке, которая там искала, буквально спрашивала у людей, что там происходит, сама не проанализировала этот момент. И есть реально вопросы, я не могу понять, но прям совсем по-другому карты крутит Ваня. Прям, ну, как, ну это прям, я не знаю. Слева направо, я тоже заметил. Поэтому я, наверное, склоняюсь к семерке. Угу. Спасибо, Паша. А никто не видит, что Exile сидит в интернете просто, я так вам... А он заказывает суши. Он там чат читает. О, Илюха, вырубай. Илюха, вырубай чат, гандон. Надеюсь, что нет. Спалился. Ребята, пожалуйста, не смотрите в чаты. Спасибо. Паша, спасибо. Эдгар. Свои не смотреть, чужие можете смотреть. У меня вообще такое ощущение, что весь стол мафия, я здесь один адекватный человек, мирный житель, серьезно. У Арины опять начались какие-то... эти комиссары, Эвилон комиссар, четвертый комиссар, Иван комиссар, это я пошутил, комиссар, врач а-ля комиссар. Единственный молчит девятый, шестой, как всегда, придерживается. Ну, у Иры там температура, понятно, все с ней ясно. Не знаю, Ликс так серьезно ворвался, я, в принципе, доверяю, что, наверное, он из всех, наверное, истинный комиссар, но я бы хотел проверить реально, наверное, опять верхний этаж, наверное, номер один надо было реально проверить. Не? Спасибо, Эдгар. Спасибо. Ну, да. Так, и Арина. А, у меня очередь? Да. Ну, я не знаю, мне кажется, все очевидно, Ликс. Я первая вызвалась комиссаром. Я не знаю, типа, ты ровлишь или что? Просто ты мне казался мирным, а сейчас ты прикидываешься комиссаром, когда комиссар я. Я реально комиссар. Выставишь ты кого-то, Арина? Не знаю, но я выставлю Ликса просто потому, что я комиссар. А, я прошу прощения, а напомни, кого ты проверяла? Я проверяла Ликса. Так, Арин, ты чё, прикалываешься? Ты чё, ты ровнешь? Арина, ты так палишься. Арина, прости, я знал, что это сработает, прости. Я ради вброса кидал тоже, Выкидываем единичку. Согласен. Это вброс. Все, давайте голосование. Стой, последнее слово. Тебя лечить? Так, да. Последнее слово. У нас пятеро выставлены. Быстренько оправдательная речь. 1, 2, 4, 5, 7 в номинации. Вилон, оправдашка. Короче, я 100% уверен, теперь Арина. Арина очень жестко фейканула. Ликс, походу, настоящий комиссар. Нормально, байты сработали, чуваки. Это Рафлан поминки. Ну да, возможно, он не настоящий комиссар, но он хочет засейвить. Короче, непонятно. Какой-то мейнгеймс очень жесткий. Я думаю, кикаем Арину, и в следующей игре уже будем смотреть следующим со столом. Спасибо. Лон. Дальше Илья. Можно следующие секунды? У меня просто неполадки небольшие. Окей, я все тогда... слышу, но... Да, Каравайчик, тогда ты. Так, ну ничего, говорите просто так реально, ну угу, чтобы... ну вот. Все, Дима, я медик, я пас. Спасибо, Каравай. Не было такого, нет. Он говорил по-моему, он же сказал. Каравай. Я говорил, я медик, не вред. Он говорит, что он комиссар. Все нормально. Это брос, Арина, это брос. Я готов сказать. У тебя не было броса. Так, Илья, тогда... Вань, прости, перед тобой, Илья, давай.
Друзья, выслушайте эту информацию максимально внимательно. Может, завтра? Щелкнуть два раза на Илью? Завтра примерно в 11 часов, примерно через полчаса, будет 11:30. Спасибо, у меня все. Всем пока. Какой долбоёб. Слушай, мне кажется, он специально так сделал, чтобы отложить от него взгляд. Ваня, инсайдер твое оправдательное. Так, ну тут, я думаю, я уже оправдался. Я на самом деле не комиссар, но я просто бросил. Все-таки ради. И Арину подловил так. Я знал, что она посыпется, если я переспрошу. Я хотела реакцию Ликса. Арина Мафия. Когда я сказала, что он комиссар. Дайте Ване договорить. Арин, ты еще скажешь. Да, ну все, понятно. Она меня, вот видите, душит. Я не могу. Ваня, не плачь. Ваня, пожалуйста, не расстраивайся. Ёлы-палы, что за вечер сегодня? Хотели хорошо... Короче, давайте голосовать. Арина, давай, я против Арины. Договорить-то можно или... А, нельзя. Арина. Я сказала, что я комиссар, чтобы вскрылся Ликс и сказал, что он комиссар, кому он верил. Комиссар, я комиссар, он комиссар, ты комиссар, блядь. Давайте уже вы голосуем, а? Выбьем что этого. Что ты орёшь на меня? Потому что ты врёшь всегда, всегда врёшь. Я мирный житель. У тебя даже уже это нормальное твое состояние. Я спасибо. Не буду так играть. Арина, а ну можно, пожалуйста. Можно я скажу? Можно я скажу? Подожди, я не буду номинировали, судя по моим записям. Да пускай он скажет. Номинированный? Судя по моим записям, тебя не номинировали. Окей, ну просто есть инфайдно. Мне кажется, кто-то заминирован. Да пускай он скажет, пускай он скажет. Можно я скажу? Давай, Дим. Каравай сначала сказал, что он доктор, потом сказал, что он это бросил, потом он сказал про комиссара бросил, а потом он вернулся к тому, что он все-таки доктор. Пятый номер, определись, кто ты за этим столом для меня? Я мирный игрок, доктор. Я обратил внимание, три раза вброс. Поэтому в смысле? Это мейн геймс. Следующему идет Каравай, я буду проверять девятку. Я буду проверять девятку. Это мейн геймс. Я комиссар, куда ты проверяешь? Спасибо, Дим, ты комиссар, ребята. Да, я комиссар. Ребята, внимание, у нас в номинации. У нас номинации 1, 2, 4, 5 и 7. Можно еще одно слово, пожалуйста? Да. Очень важная информация. Как ты не умер? Друзья, у меня папа работает в министерстве. Выслушайте реально внимательно, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Папа работает в министерстве, и только что сейчас пришло постановление, официальные документы. Как только март закончится, начнется апрель. Спасибо. Он уже начался, брат. Ауф, брат, ауф. Уже, кстати, 1 апреля, да, на дворе. Кстати, он уже... Так, ладно. Вы не поняли мою шутку? Я специально первый. Кто против? Кто против? Номер один. Кто против Арины? Внимание! Раз, два, три. Ого, Илья, я твою руку не вижу. У меня ее нет, блядь. Это мои твои. Единогласно, Арина. Какая сильная рука. Так я же вообще бежал. Арин, потом пообщаемся, я понял. Ты сам совершал такую ошибку. Нет, у тебя очень жесткая ошибка была. У тебя очень жесткая. Все, давай, пошли спать. Арина, давайте засыпаем. Прощайтесь с нами, а вы засыпаете. Полная тишина ночью, полная тишина. Да, секунду. И просыпается мафия. Мафия делает свой выбор и засыпает. Все спят. Все спят. Просыпается комиссар. Комиссар проверяет документы. И засыпает. Доктор, пожалуйста, проснитесь. Доктор прикладывает подорожник. И засыпает. Утро. Утро, все проснулись. Все, кроме каравайчика. Это самострел, походу, был. Это Дима. Короче, я говорю, я проверял каравая, и настоящий комиссар, каравай был черный, и это был самострел. Это был самострел. Еще я проверил 11 номер, это тоже черный.
Я хотел бы здесь добавить момент. Как-то слишком много комиссаров на столе, вам не кажется? Абсолютно точно, Арина была черной, я думаю... У меня просто семерка, семерка, восьмерка поняли и засейвили просто меня. Вы говорите Mind Games, там что-то одно, другое, пятое Mind Games. Он с самого начала сидит такой и говорит, у меня такое ощущение, что весь стол мафия. Типа, если сам себя, а я красный. Весь стол мафия, да, согласен полностью с тобой. Это вот такой очень, очень примитивный в один шаг Mind Games. Мне кажется, это реально очевидно. И вот здесь вы хотите сказать, что вот эти... Блять, вы нормальные? Вам не кажется, что вы реально это там реально? Вот номер 2 мафия, номер 9 мафия. Ты просто подтверждаешь сейчас мои слова реально, просто продолжаешь. Слушай, мне кажется, я так убежден не был еще с начала игры. Инсайдер, что ты думаешь? Я уверен, что нет. Все куда реальнее, чем кажется. Согласен. На самом деле. Алекса, куда реальнее все. Алекс, о чем ты думаешь сейчас? Я думаю, почему двоечка проверяет 11-го. А еще четверка поплыла, посмотри. До 11-го? Я не знаю, я проверил 11-го просто рандомно. А почему я проверил девяточку и двоечка? Двоечка, а почему я проверил девяточку и девяточка черный игрок? Димас, ты настоящий комиссар. А вот сейчас ты, Ликс, спалился. О, Диман, вот это, кстати, Диман, ты понимаешь? Диман, ты пытаешься меня... Двойка, ты пытаешься... Сейчас я понял, что ты красный игрок, потому что я не настоящий комиссар. Ты не настоящий комиссар, Диман. Я знаю 100%, что ты не настоящий комиссар. А зачем? А зачем ты сейчас, блин... Потому что ты меня был подозрителен немножко. Ничего. А где Илюха? Я вообще не пойму, как Илюха играет, он постоянно выключает камеру. Я красный игрок на этом столе. Обратите внимание, я ни на кого не гоню. Я играю с Ликсом. Вопрос двойки, на самом деле. Естественно, я двойку не проверял насчет красноты, и я готов наблюдать за его игрой. Я... 11-й игрок пассивен. Блядь, у меня упал. Да, в этом-то и фишка, что он пассивен, он ничего не делает. Он так же сам играл. Это чистая мафия. Типа, пятерка, пятерка 100% черный. Один из 100%. Так у нас общее. Пятерка черный? Ты проверяешь того игрока, которого убивают? До этого я тебе говорил. Я тебе до этого говорил в предыдущую ночь, что я чекал пятерку, он черный. Он скрывался доктором и скрывался комиссаром одновременно. Я говорил, ты не услышал. Говорил такое? Сейчас твое время говоришь? Мое время сейчас? Ребят, сейчас будет Ирина, мы начинаем с Иры, Вадим Блонд, будешь закрывать. Ира, давай, против кого ты и почему? Так, ну, короче, смотрите, вот у восьмерки мув странный. Вначале он говорил, что он комиссар, потом он не комиссар, и что-то у меня процент доверия к нему упал. Потом Эвелон говорит, что он комиссар, но по факту он не комиссар. Мне кажется, комиссар на самом деле убили, и комиссар была Наташа вообще, и её завалили. Скорее всего, было дело так. Вот. Ну, тут восьмерочка говорит, десятка не могла быть комиссаром. Ну, так вот, короче, я не верю двойке, что двойка может быть комиссаром. Ему точно не верю. Восьмерка у меня был красным, сейчас у меня какой-то серый игрок. Вот, и, ну, как бы уровень доверия упал. Потом играю, короче, шестеркой, играю с девяткой. И играю с 11-м номером. Семерка у меня под вопросом. А на голосовании я выставляю, знаете, кого? Выставляю восьмерочку, пусть восьмерочка поговорит. Спасибо, спасибо, Ира. У меня все. Илья? Я типа не понимаю, вот. Прости. Можно скажу, пожалуйста? Пожалуйста. В общем, типа, вот это. Так. Короче. В общем, такая просьба, типа, такое ощущение, то, что единственный я здесь игрок, адекватно играю, нормально, типа. Я не руиню игру. А что ты зеркалишь меня, Ну, я здесь нормальный. В смысле? Ты ненормальный. Я пытаюсь играть серьезно, типа, потому что если вы думаете, то, что вы так охуенно рофлите, блядь, вы не рофлите. Вы руините играй игру нормально. Мирным жителям. Закрой стол. Я, типа, не понимаю. Я, походу, здесь единственный, кто играет, ну, типа, серьезно. Ну, для меня все-таки восьмой, наверное, красный и с двойкой будут. Все, пока, все. У тебя чел убежал. А кого ты поднимешь сейчас? Только Ликс поднят. Но я вообще типа сильный, я могу поднять здесь всех. Ну, Рики, наверное, не подниму. Это обидно. Продолжай. Мага, пусть поговорит. Ну, жизнь, за что поделать. Спасибо, да, спасибо, а против маги. Видишь, какой я объемный? Да ты спишь, хотя бы зубочистка ты. Мага, давай. Мага боком не вставай. Мага, ты не купил, только в шею. Да, да, да. Короче, окей, а гигантский человек. Ты гигантский мага, слово тебе. Это брысли какой-то. Все, ребят, еще раз прошу играть, ну, типа, серьезно. Серьезно. Ну, типа, серьезно. Прошу. Короче, Эксао просто врун конченый. Эксао просто не следит за игрой с самого начала, он, скорее всего, является. Нет, я слежу, ты
Я не верю, что Эвион настоящий комиссар, потому что я вообще подозреваю... Короче, мне кажется, что все были мирные, кого мы убрали, и двойка, четверка, семерка — это три мафии. Потому что инсайдер до сих пор жив, и для меня это вообще непонятно. Если бы, короче, мне кажется, что Вази опять играет с инсайдером вместе в команде. Эксайо не следит за столом, и это три мафии, я почти уверен в этом. Я буду выставлять двоечку, она выставлена или нет? Нет, еще. Окей, двоечку выставляю. Спасибо, Мага. Инсайдер. Да, ну, я понимаю, что это часто, если я жив, то я, скорее всего, мафия, да. Да, тут я, конечно, соглашусь, я жив. Но, обращаешь внимание, странно, что вот Ира так речь свою поставила. Ну, типа, это десятка, разумеет. Говорит, возможно, была, что, 10, рили, ну, Ира, ну, я тебя молю. Молю прям на колени. Так что из всех из вас пока на текущий момент что-то вот Ира невнятненько сказала, конечно. Exile на рофлах, конечно, но не знаю. Я не помню, чтобы он за мафию так играл. Какой? Ты прикалываешь? Да, да. Вот. Оскара! Оскара! Это пиздец. И такой инсайдер против кого-то? Я выставлю тройку, но на текущий момент она для меня наиболее подозрительная. Игрок под номером 3. Спасибо, Ваня. Спасибо. Дима, Лик, слово тебе. Фейковость комиссара, прикол этого заключается в том, что ты начинаешь смотреть, как на тебя реагируют люди. И мафия чаще всего начинает за это хвататься. Хвататься просто как пираньи и пытается грызть в эту точку. Вот девяточка понимает логически, что да, моя там как бы ну не очень прикольно получилось, но он как-то пытается размышлять. А вот троечка на меня набросилась. Просто набросилась. Поэтому троечка. Я уже подняли. Можно меня поднять, типа, я сказать да, просто? И подниму четверку. Четверка, спасибо, на самом спасибо, деле, не нравится. Диман, спасибо. Спасибо, Дима. 11. Спасибо. Дим, реально, благодарю вас. Внимание на 11. Типа... Ноль слов. Паша, слово тебе. Короче, ситуация такая. Ира в своем рассказе запуталась, потому что получилась какая-то полная каша. Илья Excel постоянно говорит, что это чистый балаган. Не люблю разводить балаган. В итоге сам балаган развел. Где? Значит, инсайдер по-прежнему со своими картами. Я не знаю. По-моему, это как бы просто полная жесть. Я не понимаю, почему никто не видит это, кроме меня. То есть, вот такой момент. И последний, Эдгар. Ну, как бы, вот эти Mind Games, ну, камон, просто, мне кажется, пора заканчивать. Это очевидно. Из всех четырех, если четверо подразделительные, то Эдгар, ну, как бы, это... Ну, я не знаю, если вам не очевидно, то тогда тут, мне кажется, можно заканчивать игру. Спасибо, Паша. Бля, чуваки, я случайно спалю в том мафии. Я номинирую Эдгара. Я случайно спалю в том мафии, я скрываюсь. Так. Спасибо, Мага. Типа, спасибо за честность, это Мага. Достойно уважения. Это честно. Спасибо, я, типа... Мага. Спасибо. Я заплакать. Так, Паша номинировал Эдгара. Эдгар, слово тебе. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Полная какая-то фигня. Двойка и девятка, очевидно, скооперировались. Что двойка, что девятка. Просто выбрали жертву здесь за столом. Человек, который играет третий раз с ними, и решили его просто убрать. Тройка реально слишком поставила свою речь. Очевидно, она к ней готовилась, что-то она задумала. Было бы здорово, если бы восьмерка ее, конечно, проверила, но, в общем, как будет, так будет. Я мирный, если вы меня убьете, это пиздец полный вообще. И против кого ты? Я против... Блядь, ну... Нет, тройку проверит комиссар, зачем мне против нее? Пусть проверяет. Это я против или двойки, или девятки, сейчас я подумаю. Но девятка очень агрессирована. Хуже выставлена. Ну тогда девятка, пусть говорит. Спасибо. Ну. Спасибо. И Эвелон? У меня минута же, правильно? Да. Тут все очень просто. Осталось две мафии. Это Эдгар. Я его проверил. И я в следующем ходу проверю Иришку. И мы будем знать. Все. Все очень просто. Я вам говорю, я настоящий комиссар. Я проверил пятерку. Проверил пятерку на первом ходу, Ликс. Я тебе это сразу сказал. Он скрылся доктором, потом скрылся комиссаром. Типа, меня задефал Ваня. Ваня скрылся комиссаром, чтобы задефать, чтобы не убили меня. Типа, все, окей, спасибо. Ваня 100% красный игрок. Паша тоже 100% красный игрок, мне так кажется. И ты красный игрок. У нас осталось Иришка и Эдгар. Ну, типа, либо я а так сколько думаю. Было ночей две? Ты кого проверил? Я тебе говорю, я проверил Вадю первым. Он черный игрок. А вторую ночь? Эдгар. Эдгар черный игрок. Все, спасибо. А третью? Ее нету, я проверю Иришку. Я проверил просто на всякий случай, вдруг была у тебя. Не, наперед, спасибо, Илон, спасибо. Наперед не могу. Итого, у нас в номинации, Ваня, разве у меня по записям тебя не номинировали, а ты держишь руку? И вот Ваня плывет.
Да, номинированы, собственно, все, кроме Вани, получается. Так, 2, 3, 4, 8, 9 и 11. Очень быстро... А есть речь после смерти? Речь после смерти есть? Да. Утренняя, в смысле? Да. Мы же с ней играем, правильно? Да, вроде да. У нас есть... Просто я могу сейчас сдохнуть, типа, и ничего не сказать даже. Не, вроде есть. А имейте, да, когда говорили, уже, да? Наташа точно что-то после сна сказала, так есть, что у всех есть речь. Да. Ира, пожалуйста, оправдание. Ребят, я не мафия. Просто поверьте мне, я не мафия, я мирный житель. Ясно, врет. Я зуб даю вам, что я мирный житель. А... Спасибо, Ира. Иришка, спасибо. Нет доверия, нет доверия. Можно... Да, пропустите, я потом скажу. Я скажу потом, обязательно. У меня есть что сказать, серьезно. Хорошо, вы просто будете шокированы. Почему камера все время выключена? Я ну, не... Илья, я извиняюсь. Илья, что у тебя за хуйня? Как мы так играть, блядь, будем? Тебя да. Дешевый сетап. Илья, вот скажи, как есть, если там что-то пошмот, ну, по одежде там переоделся, ну, отключай, что ты все... Не-не-не-не, Дим, там... Короче, я предлагаю выкинуть тоже Илюху. Он очень плохо отыгрывает эту игру, очень, ну, типа, как-то, блин, я не знаю. Давайте Илюху. Да, давайте. Давайте заинтересован. Не заинтересован он. Не, типа, вы полностью измените свое мнение после того, что я скажу. Ну, типа, я... Пока ни одной речи не было нормально. Ребят, по-честному, он только отшучивался, шутил там, включал мемы, никакое состояние по столу, я полностью согласен. Давайте, но я уверен, что Эдгар черный. Я уверен, что Эдгар черный. Если красный проиграет, это твоя вина будет. Давайте. Нет, Эдгар, стоп. Ребят, Эдгар 100%. Это 100% черный игрок. Увидимся в суде. 100%. Нет, Эдгара сейчас. В следующем можем выиграть Илюху за такую игру. Да у нас гипнотизируют постоянно. Я так же уверен. Я уверен. Девятка точно черный. Ночью проверяю. Я проверял. Я проверю троечку. Нет, Эдгар. За Эдгара голосуем. Ну, раз не нужна речь, тогда давайте сразу голосовать. В смысле, в какой момент за меня теперь голосуют? Мы же договаривались на тройку. Все, голосуем. Иксайл, покажись, пожалуйста. Совсем стало. Нам нужно тебя видеть. Иксайл, покажись, пожалуйста. Секунду, пожалуйста. Ты же комиссар, ты говорил, ты комиссар, ты проверишь. Так проверь. Пусть пока все проговорят. Я проверю тройку. На тебя я уже проверил, и ты черная карта. С пятерочкой совместно. Выкидываем вас, и все. Ты ответил либо тройка, либо все. Проверил. Да, ты я тебя проверил. Да, ты мафия. Может, я мафия. Тебя проверю. Ага, может, я комиссар, да, красава. Да, давай, попробуй. Пожалуйста. Секундочку. Я слушаю, себе. Давай. Ты комиссар, да? Что? Кого проверял тогда? Кого проверял я могу? Первую ночь? Да пошли вы. Я могу говорить? Пошли вы. Все понятно. 11-й, короче, ясно. Сливаем 11-й. Давайте, голос Exile уже ничего не решит. Давайте. Не-не-не, можно я скажу последнюю речь? Давай, говори. Пожалуйста. Да, все против 11. Я могу говорить. Да. Можешь говорить, убили. Друзья, шокирующие новости. Я вскрываюсь в мафии. Я проверял, получается, девятку. Это красный игрок лечил. Мафии? Он красный игрок. И Эдгар мафия. Я его комиссар. Конструктив пошел. Ничего не понял, что он сказал. Подтверждаем. Я заметил только одно. Там было написано Эдгар мафия. Все. Давайте сейчас голосуем. На заборах тоже написано люди. 18-й уже убили Эдгара. Все, Эдгар, мы тебя убили. Последняя минута, Эдгар. Сжигали, если сгорит, то ведьма. Поняли? Задумайтесь, люди. Спасибо. Давай засыпаем. Засыпайте. И с этими словами вы уходите в ночь, а Эдгар умирает. Полная тишина. Просыпается мафия. Я жду решения. Итак, сегодня умрет. Так, мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар выполняет проверку и засыпает.
Доктор, проснитесь, пожалуйста. Доктор, мне нужно решение. Доктор делает выбор и засыпает. Утро. 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 Просыпайтесь. С прискорбием сообщаю, что инсайдер наигрался. Все. Все стало на свои места. Тройка, мафия. Потому что это был безумно, безумно плохой ход. Я сейчас чекал девятку. Я сейчас чекал девятку. Девятка красная. И тройка осталась черная. Она ошиблась. Она даже меня не убила, хотя меня было убивать бессмысленно, потому что я бы все равно сказал. Тройку прочекать, нет? Так я... Тройку? Она 100% мафия, в чем смысл ее чекать? Я говорил, Эдгар и тройка. Все, все просто. Эдгар и тройка, все просто. Я проверил Рикки Ди красный. У нас на столе сейчас... У нас сейчас на столе красный 4, 8, 9 и остается тройка. Все, мы выиграли игру. Тройка последняя, в чем смысл? Четверочка, а что ты скажешь на эту? Абсолютно поддерживаю. Я скажу. Ликс, да, послушай меня, он сидит, угорает, он 100% на красной карте. Ты думаешь, он бы так за мафию играл? Четверка 100% угорает. Он сидит делает мемы. Троечка, там, а что ты скажешь по поводу комиссара двойки? Мне просто интересно. Ты считаешь, он действительно комиссар? Потому что он считает, да она только что сделала вид, что она скрылась с комиссаром и сразу переобулась. О чем я речь? Я не скрывалась с комиссаром. Да ты сказала, я проверила Эвилона, ты сказала. Эвилон, по-любому уже комиссар, а настоящего комиссара убили. Она опять... настоящим комиссаром. Она говорит, Эвилон уже комиссар. А настоящего комиссара убили. Она заговаривает в своих словах, понимаешь? Она же сама не доверяет своей речи. Нет, ты не был настоящим комиссаром. А кто был настоящим? Ты только что не это сказал. Хорошо, а кто тогда был? Кто был третий? Блин, ну я не знаю. Честно, мне кажется, все-таки комиссаром была Наташа. Так мы не пишем в чат после смерти. Десятка Наташа? Да, мне кажется, Наташа была комиссаром, потому что ее слили, и все, и комиссара не было. Иначе это было не комиссар. Вадим, ну короче, тебе очевидно? Мне все, да? Все очевидно, я чекнул хорошо. Тебя, потому что я в тебе я сомневался. Ликс, да? Я тебе полагаю. Я чекал тебя, потому что я сомневался. Насчет тройки я не сомневался. Хочешь я говорил, ты Иришки поверить? Я говорил Диман, в том ходу, знаешь, 11-3. Все, слушай, горит, посмотри. Давайте по очереди. Итак, обсуждение по очереди. Сейчас я скажу. По-моему, начинали в прошлый раз. По-моему, Ира, с тебя, нет? Да. По-моему, да, по-моему, с меня начинаем. Тогда, Илья, сейчас с тебя стартуем. С меня? Да. Друзья, у нас такое напряжение на столе, и я просто хотел вам спеть. Итак, любимкой время закончилось. Любимкой Илья называет Иру под номером 3. Я уверен, 100%. Спасибо, Илья, это было прекрасно. Дим. Дим и Ликс. Мы тебя не слышим, Дим. Я тут. А, слышно? Да, теперь да. Ой, ударился. Короче. Ой. Короче. Дим, слышь, Дим, настройся максимально серьезно сейчас, окей? Так, ну, типа, просто от тебя зависит все. Илья, ты перебиваешь Диму. Я извиняюсь. Все, я ушел. Смотри, ты же мафия. Я понимаю, что Вадя играет достаточно агрессивно и активно сейчас. Я все, нет. Но мне почему-то моя интуиция подсказывает, что мафия именно ты. Что ты скажешь насчет этого? Твоя интуиция ошибается. Ну, в оправдательную речь, получается, скажет. То есть, Дима, ты... Молчи, Ириша, молчи. Я подниму Вадю, пусть поговорит, как комиссар. Ну, пока троечка. А, ты против Иры, правильно?
Я против Иры, но подниму Вадю еще, чтобы поговорить. Ага, окей, все, я поняла. Спасибо. Паша? Ну, мне кажется, тут уже даже обсуждать нечего. Мне кажется, расклад по столу абсолютно очевидный. Это тройка, последняя мафия на столе. Мы ее сейчас выносим и выигрываем. Все. Как бы я уверен, Вадим меня поддерживает. Я знаю, что Ликс меня тоже поддерживает, но он хочет как бы послушать, что еще другие скажут, чтобы последние сомнения улетучились. Но в действительности он со мной согласен. И я уверен, Илюха как бы в принципе спел свое мнение, спасибо, которое в унисон с моим, так сказать, прозвучало. Спасибо большое. Спасибо. Итого, Паша, ты против тройки, то есть оставляешь как есть, правильно? Да, 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 конечно. Спасибо. Вилон? Хорошая речь была сейчас у Паши. Тут, в принципе, все довольно легко. Твоя. Мне тоже твоя понравилась. Короче, не знаю, Илюха 100% красный игрок, тут осталась одна Иришка. Ну, типа, все просто. 5, 11, 3, все мафии, Лик 100% красный игрок. Но я в эту ночь проверю Ликса. Если, ну, я 100% сдохну, но я проверю Ликса, потому что непонятно. Если мы встанем еще, то, скорее всего, тогда этот Ликс, потому что, ну, типа, я в себе уверен. Выкидываем Иришку, и все. Ликс, ну, либо я чекну четверку. Ну, типа, не знаю, мне просто кажется, четверка красный игрок, потому что, ну, как бы, типа, ну, она угорает, там все дела. Смотри, ну, как бы, Ликс, смотри, я чекаю, что тебя, что его, все равно исход один и тот же. Я знаю, что Паша красный. Если ты красный, то мы выкидываем четверку. Хорошо? Все. Спасибо. Все, выкидываем Иришку. Нахуй. Спасибо. Ой, нафиг. И твое слово? Просто, знаете. Пошли вы. Дим, тебя обманули, честно. Обманули. Ну, переубеди меня, я, может быть, с тобой переубедил. Пойду. Так, а все, меня же слили, нет? Нет, в смысле нет? А, меня еще просто... сейчас обвиняешь. Конечно. Это номинационная речь. Нет, я просто такая думаю, что все, меня слили, чего? Да просто здесь какая-то, я не знаю, взяли, решили меня слить, выставить меня крайне. Эвелон по-любому не комиссар. Я не верю, что ему, что он комиссар. Вот я ему вообще не верю. Не верю вообще. Кому я поверила, это восьмерки комиссар, но потом он скрылся, такой, типа, а-ля лже-комиссар, и он у меня... Он фейканул. Потом, по его речи, я поняла, что он красный игрок, все-таки я ему поверила, но я не верю. Изначально, кстати, я играла с девяткой, с восьмеркой. Ты со мной изначально играла. И такой, Ира, ты играла со мной. Ты со мной играла, с тобой я не играла. Моя первая речь была, ты играла со мной. Со мной не играла. Ты не следишь за игрой, кстати. Конечно, двойки. Спасибо, Ира. Смешно. Спасибо. Ну что же, все высказались, у нас два номинанта. Это Ира и Вадим Авилон. По 20 секунд оправдательного слова. Вадим, пожалуйста. Тут бессмысленно что-то говорить. Ирина уже спалилась с первым своим ходом. Она сказала, что она со мной не играла, а она со мной играла против Ариньян. Потом она не играла с Димой. Теперь она играет с Димой, полностью переобулась. Поэтому, ну, все просто, она полностью себя затопила. И она еще скрывалась в предыдущем ходу. Случайно она говорила, я проверила Авилона. То есть вообще просто прям нелогическая цепь. Она 100% черная карта. Спасибо. Спасибо, Вадим. Ира? Я не проверяла Авилона. В каком ходу я тебя проверяла? Ты я тебе клип скину. Ребят, послушайте, я не проверяла Вилон, я не скрывалась ни за комиссара, ни за кого. Он говорит, что я его проверяла. Вы чё, блин? Потому что Арина была мафией, когда она начала говорить о том, что вот она там мафия и все такое. Все, можешь больше ничего не говорить. Спасибо. Все. Весь рофл в том, что я настоящий комиссар, и я тебя проверил, Иришка. И ты черный игрок. Спасибо, очень Ира. Это спасибо, Ира. Хорошая. Ребята, время пришло сделать выбор. Вас осталось совсем мало в номинации 2 и 3. Сосредоточьтесь, приготовьте свои руки и голосуем. Кто против Авилона номер 2, поднимите руки. Раз, два, три. Одна рука, соответственно, все остальные против Иры. Угу. Ира, что ты скажешь на прощание? Я скажу в то, что восьмерка не является комиссаром. Он лже-комиссар. Так он, мы знаем. Восьмерку слить. Спасибо. Спасибо, Ира. И вы засыпаете. И вы засыпаете. Просыпается мафия. Я прикнул, брат.
Так, извините, я отвлекалась. Мафия, можно еще раз решение? Мафия засыпает. Прошу прощения, мафия. Мафия засыпает. Извините, отвлекли донатом. Прошу прощения. Просыпается комиссар. Комиссар выполняет проверку, засыпает. Доктор просыпается. Вкалывает подорожник и засыпает. Утро. Погодите, а я думал, мы выиграли просто предыдущего раунда. К сожалению, Эвилон мертв. А у меня есть свое последнее слово, да? Да, говори, конечно. Короче, я сейчас чекал Димана, и Диман черная карта. Все, эта игра закончена, спасибо. А вот это... Я реально не ожидал. Но это единственный вариант, мы объединились, и Диман... Стоп. Не может быть две... А как так? Как подожди, это так возможно? Подожди, Вадя не мог меня чекать, потому что тогда бы было две мафии. Если бы он меня прочекал, я черный игрок, две мафии, мы бы выиграли сейчас. Это значит, это самострел получается? То есть он себя сам убил? Ну, это странно. Я не мафия, я красный игрок. Я не комиссар, но я красный игрок. Значит, четверка тогда для меня. Для меня Илюх, четверка, очевидная мафия. Тебя не слышно. Илюх, тебя не слышно. Сейчас посмотрим, что Илюх скажет. Ты интересные темы вбрасывал сейчас, но мы ничего не слышали. Диман. У нас осталось всего трое. Да. Диман. Да. Послушай внимательно. Давай. Время поставить, что нами война. У тебя телефон был звонит. Диман, слышишь, трубку возьми, блядь, быстро нахуй. Бери трубку. Алло. 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 Я не заказывал ничего. У меня, кстати, песня играет «Алло, алло» в этот момент. Мне говорят 7 дней. Дим, какой код от ворот? 7 дней, говорят. Ребята, сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь. Можете нормально доиграть. Боже, я вам уже все сказал. Типа, камон. Так, Эвилон, ты мёртв, пожалуйста, не говори. Диман, Диман, мафия, Вадим, боже. Илюх, мы так, я начинаю сомневаться. Я реально был уверен, что Ликс абсолютно красный. У меня возникло сомнение. Как так это? Я просто не... Паш, тебя не смущает, что Вадим меня красным проверил вначале? Так, на секундочку, чисто. Или ты тоже мафия? Это когда было? Ну, в самом начале, когда он сказал, что он... Я делал проверки 5, 11, 9. Вадим, ты не можешь говорить. Диман, он не руини игру, Вадим. Все, извиняюсь, извиняюсь. Ну, он уже заруинил, вот Илюхин. 415-я база, ответьте. Ну, Паш, если Паш, ты не мафия... 415-я база, ответьте. Нет, ты не мафия, ты знаешь, ты меня проверил. 415-я база, ответьте. Я не комиссар, я же сразу сказал, я не комиссар. Ну, я это понял, когда ты сказал, что я мафия, и... Я думал, что... Короче, Вадя либо закинул... Друзья, я дико... А можно атмосферу задать? Ну, типа, ну, такую, типа... Вот четверка, посмотри, чем занимается. Ну, блин. Можно атмосферу задать? Но если четверка, мафия, и нас так раскидывает, то я, честно говоря, не знаю. Не то, что раскидывает. А давайте по очереди поговорим. Я атмосферу задам, вы общаетесь, хорошо? Задай. По очереди. Дима, начинай с тебя. Я хоть и олд, но я знаю эту музыку. Ну, для меня, очевидно, здесь произошел закидон Вади. Скорее всего, он действительно был комиссаром и решил меня просто перемолоть, забросить мясорубку между мафией и мирным игроком. Бля, Люх, выключи, нихуя не слышно. Я извиняюсь, все больше. Просто меня в мясорубку эту закинул. И я больше склоняюсь к тому, что Паша красный игрок, потому что, ну, четверка, он вообще никак не участвует в игре. Почему? Извините. Вы хотите сказать то, что я ни разу в игре не участвовал? Илья, не перебивай, пожалуйста. Но ты всю игру, ты не помогаешь. То есть, если выбирать между помощью столу и не помощью, ты беспомощен для стола. И я бы сыграл с Пашей. Хотя Паша, серьезно, конечно, логика Паши очень странна в этой игре. Очень странно. Ну, ты ничего не записываешь, перестал записывать. Или записываешь. В смысле? Пардон, тогда Илюха, все, базар ноль. В смысле? Спасибо. Илюх, ты всегда записываешь на мафе. Итак, Дима, ты поднимаешь Илью, правильно? Да, конечно, ты очевидная мафия. Спасибо. Паша. Ну, это Илья. Я как бы всю эту игру играл с Ликсом. Я абсолютно уверен, что мы вышибли тройку и одиннадцатого, и у нас остался только Excel. Меня немножко запутала тема, но я думаю, что из того, что сейчас есть на столе, ну, это четверка.
Спасибо. Илья. Секунду. Илья куда-то отъехал. Типа уходит от ответственности. Диман. Илья, Ликс или Паша? Ой, блять. Доигрался. Просто это, неполадкочки. Секунду. Так, я сейчас нормально появлюсь в нормальном облике. Все. Давно мы тебя таким не видели. Итак, в общем, Илья, против кого? Я рофлил? Да, я рофлил всю игру. Но, Дим, Эвелон ушел самострелом. Я типа рофлил, но абсолютно полностью следил за всей игрой. Так. Но скажи, смысл мне черным так играть? Меня бы уже давным-давно проверили. И то, что сейчас Эвелон тебя обвиняет в мафии, хотя они с Риги играли на протяжении всей игры. Тебя это не смущает? Смущает. Ну? Так что делать предлагаешь? Я предлагаю голосовать против Рики. Ха, и давай. Вот это Mind Games. Ну, типа, смотри, вообще, только ну, без базара. Только ты меня выставил. Нет, смотри. Все, что было до этого, я рофлил. Типа, сори, я руинил игру максимально. Но я играю за красного игрока. Типа, но сейчас, ну, типа, я хотел просто порофлить. У меня отличное настроение. По игре, если мы говорим. Типа, тебя сейчас Эвелон выставил черным игроком, но хотя ты знаешь прекрасно, что ты красный игрок. Я прекрасно знаю, что ты красный игрок. И, соответственно, методом исключения... То есть Паша получается черный игрок. Да, ну, типа, тут никакой. Либо Дина. Ну, у меня вопрос тогда, почему Паша проверенный красный мной, интересно. В смысле, так, тобой? Илья, ты выставляешь Пашу в итоге. Ты же не комиссар, Дим. В смысле, я не комиссар, я вскрылся комиссаром, потом я фейканул, что я не комиссар, я в итоге остался комиссаром, благодаря только этому. Не, Дим... благодаря этому. А Вадя играл роль фейкового. Дим, скажи комиссара. Мне честно, ты комиссар, вот, ну, типа... Да, я комиссар, я проверил девятку. Я вот проверил всех, кто ушел, и вот девятка проверенный красный, а ты у меня остался непроверенным, и для меня ты сейчас черный. Ну, окей, хорошо, убивать, ну, типа... Все, окей. Ух, ну что же, вы готовы голосовать? Да. Поднимите руки, кто против... Дима Ликса. Диман, ты же не комиссар. Ни одной руки. Поднимите руки, кто против Паши. Раз, два, три. Диман, одна рука. У тебя есть время одуматься. И против Ильи, соответственно. Раз, два, три, две руки. Илья, последнее слово. Ну, поздравляю, мафия победила, Дим. Мы оба знаем, что ты не комиссар. И я игроком. Поздравляю вас с победой! Поздравляю вас всех с победой! Мафия выиграла, правильно? Мафия выиграла? Мафия выиграла? Да, мафия выиграла. Мне кажется, я выиграл Дима Ликс. Дима, ты большой молодец. Ничего не выиграл. Нет, я против. Я против! Мне кажется, выиграл Ликс. Мне кажется, выиграл Дима Ликс. А кто мафия-то был? Что было-то? Я против победы Дима Ликса. Он играл нечестно. У него явное было преимущество. Я не согласен. Я тоже абсолютно присоединяюсь к Ассайдеру. Какое преимущество? Очевидное. Но смотрите, ребят, там кому-то говорил нам комиссар, неочевидно. Потом говорил обратно, потом еще раз. Диман, ты был комиссаром? Диман, ты был? Так, что ты напомнил? Ты проиграл сейчас, ты понимаешь? Я фейковал до конца. Ну, и ты проиграл игру. А кто мафия-то был в итоге, скажите мне. Вот. Ликс, ты был мафия. Короче, Диман, это вообще пиздец. Мафии были, блядь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, мафия 10, 11. Мафия все были, кроме тебя. Прости, Дима. Что, серьезно? Да, все кроме тебя были мафии. Вы рофлите? Нет, серьезно, мы все были мафии. Короче, чтобы вы понимали, типа... Я напрягся в конце, ты когда переключился, я напрягся. Я думаю, опа. С 1 апреля, ребята! Ну тогда давайте, ну тогда Дима, ты огромный молодец. Короче, чтобы вы понимали, типа, я когда первый раз раздали... Дим, XL, это вообще дурачок. Ты вот это рофлил, надо было наоборот. Ну типа, надо было серьезно доиграть. Ты рофлил, с 1 апреля, с 1 апреля. Да не, ну прикольно было, но все равно. То есть я делал проверки... А вы все просыпались ночью, что ли? Да, да, все просыпались, ты один такой спал. Я не просыпал, понял? Я не знаю, о чем вы говорите. Самая большая проблема была между нами определить, кто будет самострел устраивать. Это было непросто. Но мы интуитивно по обстановке тоже. А по какому принципу выбирался человек, который не будет мафией? По разговору, мы по разговору типа хуярили. Да, да, да.
Кто простого... Каравай спалился, там он начал пиздеть, типа, что он короче, чтобы вы понимали... Ну, больше всего Арина спалилась, говорит, я тебя проверю. Это было шоу Трумана, все для тебя. Я не спалила. Я понял. Да в смысле, Арина? Я же спросил, кого ты проверяла, и все. Арина проебалась даже в мафии, когда все были мафии. Она даже там умудрялась расстроиться. Она расстроилась, она раз... Все говорят, это Арина. Такой, я пусть так не буду играть. Я ладно, короче... ребят, всем спасибо. А я думаю, что все подозрительные. Я пошла. Да, спасибо большое. Спасибо за компанию. Спасибо вам тоже большое. Спасибо. Дим, ты же не обижаешься? Ты же не обижаешься? Все нормально? Пошлите вверх стрим. Все нормально. Бля, ебать, угар был. Бля, Илюха, конечно, это вообще пиздец. Такой кадр, блядь. Блядь, там